С вами дачный обзор сад-огород. Сегодня мы покажем маленький обзор дачного моего участка. Вот клубника, которую я обрабатывал, брал все старые листья, оставил усы, которые мне надо. Вот. У нас немного прошел дождь. Видите, как дождь. Там оно, виноград у меня стоит стенкой. Он закрывает в то же время от ветров клубнику мою. Там он кабачок уже появился. Тут у меня помидоры цветут. Завязи много. Там тоже виноград стенкой стоит. Виноград весь культурный. Разные сорта тут. Весь укрывной. Пока не болеет. Тут у меня посажены, по-нашему называются пальмы. Они растут до 2 метров высотой. Большие листья, как у лопуха. Целый ряд таких пальм. Вот по над дорожкой я посадил. Будет красиво. Тут у нас лилии под яблони. Вот. С этой стороны виноград, как вы видите, перец. Перец немного переболел после дождя, я его побрызгал, начал отходить. Там салат и щавель. Много огурцов. Вот такой маленький обзор. Там возле дома у меня цветник, розы. Розы мы отцвевшие уже обрезали. Расцвела юка. Вот одна. Видите, какая большая. Какие колокольчики на ней. Красота прям. Еще 2 маленьких. Вот так у меня на даче. А я их большую перед дачей. Ну, на этом пока и все. Был маленький обзор. Дачный обзор сад-огород. На этом пока все, пока.